Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеоигры. Продолжаем играть в DBD. Очередная каточка. Сурвы взяли место упокоения Азарова. Свалка Автохевен. Поехали. Опять бром. Против Брома 979 игра уже сегодня. Спринг! По голове. Как это работает, а? Сквозь меня, да, дотянулся, ударил. Я понял, здесь лучше открыть. Большой вопрос, конечно, чё яишко ливануло. Он уже в наглую просто поддается. Не хочет играть. Давайте растянем немножко времени. Очень странный скин. Максимально хоррор игра, конечно. Не хочешь играть? Не играй. Достали, блядь. Как... ману терпеть, так это нормально. А как вам выживать? Так все, мы не хотим, сдаемся. Скорость поворота, конечно, у Мора с этими аддонами хороша. Ну что это сейчас было? Вот вопрос, соответственно, к аудитории. Что это сейчас было? Против сложных манов не играю принципиально, или как это называется? Ну,
Тут нет люка, тебе перетягиваться надо, Варочка. Чудить никого не буду, это не мои проблемы, что и Ливанова. Я ее в начале катки даже не видел. Как всегда, дадим пару секунд Сурвам пообщаться. Тут ничего не будет. На хил набрала перков и уникальную возможность. Это гениально. Всем спасибо, всем пока.